Самаре погибли водители и пассажиры легкового автомобиля после столкновения с «Газелью». ДТП произошло минувшей ночью в 3 часа 40 минут. ВАЗовская 14 с казахстанскими номерами на улице Физкультурной врезалась в припаркованную грузовую «Газель». Удар был такой силы, что последняя продвинулась вперед и столкнулась с деревом. Внутри ГАЗ-3302 никого не было. А вот водители и пассажиры «Лады» погибли на месте от полученных травм. Сейчас по факту аварии проводится проверка. По предварительной версии, мужчина за рулем легковушки не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Освещение все работает, покрытие, асфальт нормальный, то есть сухой, погодные условия, сами видите, без осадков. Скорость была приличная, судя по тому, что насколько газель от удара отбросила, и она наехала на дерево.